На несколько дней будет перекрыто движение автотранспорта на переезде Гореносова-Опалиха. Об этом сообщает администрация городского округа. С 22 часов в пятницу 21 июня до полудня воскресенья 23 числа на этом пересечении железной и автомобильной дорог будут проводиться работы по переустройству путей. На время перекрытия переезда в микрорайоне Опалиха-О3 будет организован пункт скорой помощи. Предусмотрены пути проезда для пожарной техники. Жители городского округа просят с пониманием отнестись к ограничению движения на переезде и заранее планировать свой маршрут в эти выходные.